Так, вот мы видим, это не памятник автомобилю «Волга», это, к сожалению, ДТП со смертельным исходом. По словам сотрудников ГИБДД, произошла авария сегодня утром, машина вот так неслась по федералке, это мы в Богойковском районе перед станцией Хила. Машина неслась и налетела на эту кучу камней. Один человек погиб. Непонятно, пока неизвестно, были трезвые, может, просто услуги. Сотрудники ГИБДД оказались немногословными, порекомендовали обратиться в пресс-службу. Поехали.